Всем привет, с вами Крошагэ, и сегодня у нас будет распаковочка. Вот, я сама не знаю какая, здесь какой-то пакетик, потом какая-то коробочка, и какие-то прикольные штучки, как для чека. Так, обалдеть, смотрите, это мини-принтер! У меня будет в комнате свой принтер! Он еще и с розовыми ушками! О боже, это так мило, смотрите, боже, он такой милашка. Давайте его сейчас попробуем подключить к программе. На коробке написан QR-код, либо в Google Play, либо в App Store, у кого какой телефон. Наводим камеру на QR-код, скачиваем программу, подключаем к принтеру, мини-принтеру. Заходим в программу FunPrint, которую мы скачали с помощью QR-кода. Потом нажимаем вот сюда, на котика. Подключаем наш принтер. Вот здесь кнопочка. И здесь должно загореться. Потом вот сюда нажимаем, и у нас он подключается автоматически. Вот написано «подключен». Потом, например, нажимаем «список». Потом берем любую картинку. Ну, например, давайте вот эту. Вводим текст, например, подпишись на канал, выполнить, так и нажим, еще можно задание взять и лайк поставь, все, и вот сюда нажимаем. Печать 58 миллиметров на 71. Потом печатаем. Вау, как красиво получается! Здесь будет написано «подпишись на канал и лайк поставь». Вот уже видно. Так. И вот так вот. Вот. Вот что у нас получилось. Теперь у меня есть фломастеры рядышком. И давайте раскрасим наши пункты, которые мы уже сделали. Я уже подписана на канал, лайк поставила на это видео. Поэтому все. И можно еще как-то разукрасить эту картинку. Ну что, давайте пробовать еще что-то другое печатать. Есть бумага, как обычная бумага А4. Есть та, которая может клеиться куда-то, например, как наклейка. Давайте что-то попробуем сделать. Например, здесь есть разные прикольчики такие. И сейчас я нажимаю на материал. Например, давайте напечатаем что-то из животных. Например, давайте вот этого крокодильчика. Печать. Печатать. Так, идет печать. И вот, что у нас получается. Ура! Наконец-то получилось! А давайте попробуем сделать клейкую бумагу, чтобы взять наклеечку. Чтобы открыть, надо нажать на вот эту кнопочку очень сильно. Убрать вот эту бумагу. И заменить наклейкую. Ложим. Мы уже сложили бумагу. Обязательно достаем хвостик. Потом прижимаем. И, например, давайте возьмем какую-то картинку, чтобы сделать ее наклейкой. Так. Вот сюда. И убираем эту картинку. Так. Все. Опять заходим в материал и ищем, например, вот такие вот прикольчики. Здесь разные артики. И давайте животные. Животные. Я очень давно хотела нарисовать такого, но у меня всегда не получалось. Поэтому мы сейчас напечатаем на принтере. Ой, боже, какой маленький котик. Так, потом отрываем.
И вот такой вот котик получается. И смотрите, его правда можно наклеить куда-то. Ну, например, вот. Вот так вот он клеится. Сейчас я его раскрашу и к вам вернусь. Смотрите, какой у меня котик получился. Сейчас я принесу ножнички, вырежу его и приклею куда-то себе, наверное, на ручку, и не знаю куда. Наверное, на планшет. Вот так вот убираем наклейку, саму вот эту лишнюю часть. И вот такая вот наклеечка у нас получается. Очень мило и прикольно. Вот такой вот котик, которым за шерстку держит рука. Смотрите, здесь есть баннер. Можно любой баннер сделать. Можно любую форму можно так сделать. То есть размер. Потом записка. Какую-то записку можно сделать, смайлик какой-то. Нажимаем на текст, пишем. Например, подпишись. Подпишись. Здесь можно изменить шрифт, также можно увеличить нашу надпись в размерах. Например, давайте на 34. Потом иконки, здесь канцелярские есть принадлежности. Ну, давайте, например, сделаем Apple. Потом можно сделать рамку разную, такую прикольную. Я хочу вот эту, мне такая нравится. И сейчас надо надпись нашу чуть-чуть отпустить вниз. Вот сюда вот. Приставка. А, вот это вот мы уже не будем делать. Так, и картинки. Картинки. Так. Прогрессинг. И вот такая вот у нас картинка здесь будет. С Рокси. Так. Потом сюда нажимаем. И надо чуть-чуть вот так вот. И давайте лучше уберем вот эту вот нашу Рокси, или она будет черно-белой. Ну, давайте, пусть будет черно-белой. Ну, вот так вот она получится, но я ее как раз-то и разукрасить смогу. Так, ждем. А, мне не терпится посмотреть, как это будет выглядеть. О, боже. А, так. Все. Потом аккуратненько, надеюсь, отрываем. И смотрите, можно вырезать и вот так вот куда-то приклеить. Я его приклею себе в личный дневник. И знаете, что самое прикольное в этой программе? Здесь можно сделать любую шпаргалку. Например, нажимаем на список, например. То есть не список, а текст. Сейчас выйду из списка. Потом что-то пишем. Например, вот так вот. Шпаргалку можно сделать в записке. Здесь, например, текст, например... 5 умножить, сейчас сделаю умножить, где знак умножить, все, умножить на 5 равно 25. Уменьшаю, чтобы был малюсенький шрифт, и можно так сделать очень много примеров. Сейчас я сделаю и к вам вернусь. Вот, например, я себе написала шпаргалку, вот. 5 умножить на 5 равно 25, 15 плюс 15 равно 30, и 1300 плюс 1300 равно 2600. Так, печать. Так. И она такая маленькая. Идеально просто для шпаргала, конечно, мне тоже еле видно. Еле видно, вообще круто. Надо чуть-чуть такой же сделать, только чуть-чуть надписи побольше, да? Сделаем надписи чуть-чуть больше. Так, ну, например, давайте вот так. Даже на 13. Так, печать. Печать. И, кстати, я забыла написать 1300 плюс 1300, ну, нормально. Так, мы решили сделать на 20, потому что вообще не видно. Вообще мини-мини-мини шрифт. Так, и давайте чуть-чуть пониже сделаем. И давайте иконку какую-то, вот такую, например. И как ее уменьшить? Так, может как-то можно... Подождите. А, вот, все, нашла. Все, ее можно уменьшить и вот сюда, например, поставить. Так, печать. Надеюсь, будет хоть чуть-чуть побольше. Ура, все видно. Наконец-то. И знаете, куда... К
короче, эту надпись можно куда-то приклеить, например, себе на руку. Там. Давайте сейчас попробуем вырезать. Вот так вот. Вырезать. И приклеить, например, ну, давайте, знаете, куда? Вот сюда. И смотрите, идеальная шпаргалка. Те, кто не знает, как отвечать, вот, пользуйтесь. А лучше выучите и не парьтесь. И, кстати, этот принтер заряжается от USB шнура. Смотрите, какая у нас красивая тетрадочка получилась. Здесь мини-шпаргалка, потом здесь написано «Ти». Здесь можно для ежедневника или личного дневника раскраски. Короче, много разных прикольчиков. Мы на шот снимем еще многие разные раскраски. Ждите на шот. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока и не пропускайте наши новые видосики.